Привет всем! Ребят, сегодня будем, знаете, что слушать? Группу Queen, «Богемскую рапсодию» в исполнении Фредди Меркьюри. А перед началом я передаю огромнейший привет. Спасибо за донат Максиму Солдатову, Радику, Алексу Вайфайсу и с таким ником, товарищ, что он не знает, с чего начать. Это у него ник такой, не знаю, с чего начать. Ну, я тебе подскажу, с чего начинать. Ребят, спасибо вам большое за донаты, за помощь, за то, что меня продвигаете, и за то, что стараетесь сделать меня красивой. Спасибо еще раз. Ну что, включаю, слушай. Фредди, сам Фредди. Красавец. Голос. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. And I thought I'd throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again. Слезы прошибают. Какая прекрасная песня. Too late. My time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. Baby, yeah, you're next to me, baby.
Rose. Запотел весь, вот как пел. Вот как стараются люди. Right on! Браво! У меня даже уши вспотели, не могу. Вот это я понимаю. Это моя классика. Ютуб, миленький, пожалуйста, ну не блокируй мой ролик этот, а я тебя очень прошу. В смысле, не блокируй за авторские права. А то, а CDC меня заблокировали, а потом-то ведь вот разблокировали вы его. Ну, и прошу на этот тоже ролик, не блокируйте меня. Я вот, значит, есть вот фильм такой вот на эту группу Queen, но... Я его, этот фильм, еще не смотрела, но хочу. Вот после этого прослушивания мне так захотелось посмотреть этот фильм, я его посмотрю. Вот знаете, что скажу по поводу этой песни? Она, да, классика, но ее знают все. И всем она нравится. И она очень узнаваемая, эта песня. Как и все песни группы Queen. Жалко, конечно, что Фредди ушел из жизни, но смерть никого не щадит. А это, тем более проклятый, это спит. И вообще... Фредди Меркьюри очень много исполнил прекрасных, хороших, запоминающихся на все остальные века хорошие мелодии, хорошие песни. Он молодец, и группа его отличная. Если я не ошибаюсь, то вот эта запись концерта, это вот с этого концерта денежки были собраны детям, голодающие, по-моему, Эфиопии, точно не могу сказать. Ну, в общем, это было пожертвование, что ли, сбор пользу, в помощь. Вот что хочу сказать. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр. В общем, всем до свидания. Всем до новых встреч.